Городская дума накануне собралась на свое очередное заседание. И хотя его повестка дня, состоявшая всего из трех вопросов, была исчерпана буквально в течение получаса, само заседание продлилось гораздо дольше. Какие темы еще обсуждали народные избранники, расскажем в нашем следующем сюжете. Порядки нормотворческой деятельности администрации муниципального образования город Ирбит был подготовлен проект нормативно-правового акта о подтверждении порядка увольнения и освобождения должности лиц, совмещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального образования город Ирбит в связи с утратой доверия. Нормативный акт был подготовлен в полном соответствии с действующим в стране антикоррупционным законодательством и досконально проработан на депутатских комиссиях. Так что и дополнительного обсуждения на заседании не потребовал. Еще два вопроса касались награждения ирбичан почетными грамотами и благодарственными письмами. Завершив же обсуждение заявленной повестки дня, депутаты решили использовать оставшееся время для обсуждения одного из основных, с их точки зрения, вопроса, а именно механизма взаимодействия народных избранников и специалистов администрации города. Механизм, как решается этот вопрос, он сегодня, ну, на мой взгляд, так как достаточно основательно буксует. Потому что на нашей территории, так сказать, вот тут 5-го округа, Пушкарева гора, так сказать, ни одного квадратного метра, значит, вот этой щебеночного покрытия этих дорог, так сказать, по частным территориям, оно не было отрегировано. Ни одной лампочки не зажглось, ни одна яма с лужами не засыпалась. Год прошел. Да? Это вот то, ну, к чему я обращался. Хотя говорить о том, что администрация совсем не слышит депутатов, тоже нельзя. Более 40 наказов, полученных еще в период предвыборной кампании, сегодня находятся в работе. Самые крупные из них – это ремонт на Камышловской, освещение новых участков городских улиц, газификация поселка Гагарина и многое другое. И тем не менее, поиск новых вариантов того, как сделать совместную работу еще более эффективной, тоже полезен. Достаточно много предложений возникло от депутатов, возникло от главы, которые, я уверен, что в дальнейшем приведут к улучшению жизни и к улучшению и правильному решению тех вопросов, которые сегодня ставят жители нашего города. И в первую очередь договорились организовать совместные выезды специалистов администрации города и депутатов на территории их избирательных округов, чтобы уже на месте оценивать и очередность, и затратность необходимых работ. По крайней мере, мы так или иначе, выехав, выйдя на место, мы поймем, что мы можем сегодня сделать. Вот вместе. И у меня очень большие, так сказать, такие, не хочется сказать радужными, так сказать, да, но очень большие надежды на новую старую администрацию, да, вот это же те же самые люди, так сказать, да, которые уже в курсе, которые уже знают, которые уже, так сказать, умеют, понимают. И, ну, вот, видимо, или структурно изменим, так сказать, или там как-то еще по-другому вот сегодня встретимся на месте. У меня хорошее, очень такое позитивное ощущение после сегодняшнего заседания, что мы, вот, по крайней мере, вот эти узкие вопросы мы решим. Юлия Берсенева, Владислав Бурулев, Александр Свяжин, НТС «Ирбит».